Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы начинаем прохождение игры Yearn to Die. Это у нас первая часть, вторую мы прошли, но, кстати, я когда зашел, там появились новые режимы. Поэтому, возможно, мы еще вернемся ко второй части этой игры. Ну, а пока приступим к этой. Так, история, да, естественно, история. Так, чувак, на водонапорной башне стоит, секет. Damn, they're everywhere. Проклятие, они идут. Всем выжившим отзовитесь. Мы вас ждем на базе. Наши координаты такие-то, такие-то. Возвращайтесь как можно быстрее. Так, а где же это находится? Блин, у меня нет тачки. Хотя, кое-что есть. Ну что, друзья мои, суть, в принципе, как и во второй части. Нам нужно от пункта А в пункт Б на нашей развалюхе, естественно. Потихоньку-потихоньку мы будем с тобой ее прокачивать, нашу машину. Ну что это за рухлядь? Твою ж налево. $20. Только на колесики мне и хватит. Так, открываем и устанавливаем. И немножечко хватает мне на горючее. Так, что я не понял я? О. Как-то так. А сколько тут машин? Оу, прилично. Ну что, ребята, я готов. Погнали. А, надо кнопки. Кнопки расставлять. Ну что, проверим? Ну, вроде бы все нормально. Так. Ну да, конечно, у нас совсем чуть-чуть с тобой все это дается. Даже ни на что не хватает. Поехали. Еле-еле едет наша тачка, я тебе скажу. Вообще. Так, 75 бакинских. Соответственно, я, наверное, прокачаю горючку, чтобы нам с собой, ну, проехаться хоть немножко подальше. Что это за дела такие? Горючку взяли, и все пока. Больше ни на что не хватает. Давай-давай-давай, еле едет, ё-моё. Окей. Ну, все. Закончилось горючее. $67 мы получаем. Так. Наверное, мы с тобой возьмем и приобретем. Так, это у нас бампер получается, да? Металлический. Так, $32 еще остается. Вообще ничего не могу взять. Только если вот так вот. Ну, с горючки зато практически у нас по фулочке. Сейчас мы будем их сбивать, наверное, получше. Блин, не хватает скорости. Видишь, любое у нас врезание начинает подтормаживать тачка. Это плохо. Хоть рекорд-то свой побьем. Трындец. А ведь купил горючку, да? Буквально чутка, и все равно не хватает. Угу. Пропеллер. Что нам будет давать пропеллер, ты помнишь? Ага, все, я вспомнил, ребята. Это ускорение у нас. Которое очень быстро заканчивается. Но оно и понятно. Да, оно закончилось у нас. Но зато мы чуть-чуть больше проехали, чем обычно. $83. Так, винторез нам пока, наверное, не нужен будет. Я думаю, что, наверное, движок все-таки надо взять. Вот такой вот, да? И... трехступенчатая коробка передач. Подожди, блин, я же не купил, не взял. Так, надо бы мне кнопки, наверное, поставить отдельно на бу... Хотя мы вот так вот можем с тобой. Бу
Юста больше нет, к сожалению. Да и шиш с ним. Давай-давай-давай, бьем рекорд. Вот так вот потихоньку-полегоньку мы с тобой и, в принципе, во второй части также продвигались. Дай-ка я возьму, наверное, вот эту штуку. Будем с тобой месить. Четырехступенчатая коробка передач. Все, ребят, я готов. Ага. Буст лучше всего использовать на каких-нибудь пригорках. Yeah, excellent. Давай-давай-давай-давай. А, хорошо. Слушай, ну вот тут уже нормально мы продвинулись. Согласись. Так, ну что, наверное, возьмем все-таки, докупим движочек за 110 бакинских. Так, и хватает нам, да, хватает. Немножко буста. Никогда не будет лишним, да? Восьмой день. Трамплинчиком, соответственно. Эксцелент. Добавили бы еще какие-то нам, я не знаю, анчивки за это, да? За то, что мы там идеально все это делаем. Да, буст у нас закончился, к сожалению. И все, прям на пригорочке мы с тобой становились, к сожалению. Так, ну что, движок прокачан полностью. Шотган. Хоп, хоп, хоп. Ну, ребята, с дробашом-то вообще жизнь, кажется. Поехали. Он будет сам стрелять, насколько я помню, да. Наша говнотачка потихоньку, постепенно превращается в суперкрутую машину, которая предназначена уничтожать зомби. Блин, не доехали даже до своей контрольной точки, к сожалению. Ну, в принципе, тут, наверное, можно вот так вот сделать. Купить последнюю коробку передач. И колеса. Нет, на колеса не хватает. Вот горючее надо докупить. И все. Поехали. Самые первые трассы очень легкие, потом, конечно же, они будут усложняться. Так, буст у меня закончился, да? Жаль. Патроны тоже, походу. Да, уже закончились. Ну и горючка, горючка, ребята. Да, к сожалению, подвела. Ну, ничего страшного. Так, возьмем колеса последней модели. И все-таки нужно. Все, фул. Так, ну что, ребята, должны пройти. Должны пройти. Вау, колеса-то крутые. Буст, когда делаешь в воздухе. Йоу. Шикарно. Нати. Amazing. Невероятно. Да ладно, как так-то? Чуткарика буквально не хватило. А что я тут могу сделать? Ага, я понял намеки. Намек понятен. Копим, друзья мои, на новую тачку, которая будет вот такой вот микроавтобус. Ну что, гоу. Вау. Экселент.
Так, буст закончится, к сожалению. Очень жаль. Йоу, просто взлетел. Ну и горючка тоже закончилась. Так, ну нам должно хватить теперь на микрач. Верно? Так, точно, друзья, открываем. Так, ну что, посмотрим, что нам можно сделать. Ну, естественно, горючее. Но здесь дело немножко в другом. Сейчас посмотрим. Слушай, ну она уже изначально едет лучше даже, чем моя машина прокачанная. Ты посмотри сам. Суперб. Да, единственное, что, конечно, горючее кончится быстро, но она все равно мощнее. Ох, а вот здесь вот проблема. Вот здесь проблема. Что будем делать? Так, наверное, колеса надо взять нормальные. Так, $88. Слушай, я, наверное, пока покатаюсь вот на этой машине, потому что на ней проще зарабатывать бабло, ты понимаешь. Бабло нам нужно. Давай-давай-давай, едем. Как же у тебя быстро заканчивается наш буст. Закончились тоже. Блин, ну тут чуть-чуть не хватает, понимаешь, буквально вот капельку. Прокачать, к сожалению, я здесь ничего не могу пока, поэтому едем. Отлично. Давай-давай-давай, родной. Так, буст закончился. Замечательно. Да что ж такое-то? Ну, чуть-чуть дальше проехали. Чуть-чуть буквально. Самую-самую малость. Ну что, еще, я думаю, надо сделать заезд. И будем, в принципе, улучшать наш микрач. На хорошем трамплине нужно делать буст. Ну, типа вот здесь вот. Только зачем он сбрасывает скорость, я не понимаю. При приземлении. Угу. Как быстро заканчивается горючее. Ну, серьезно тебе говорю. Просто не хватает. Ну что, в гараж. Так, переходим на нашу тачку. Здесь движок сразу максимальный. Так, не хватает. Ну, проверим теперь. Окей. Такой знак пацифистов. Ну, неплохо, неплохо она справляется. Единственное, что она сможет и перепрыгнуть там. Сейчас же будет где-то прикол. Вот здесь вот. О, движок сделали, и все, ребята. Без проблем проходит. И я тебе скажу, даже тут практически, ребята, практически... Доехали мы до базы. Фух. Так, умножить на 2. А что для этого нужно? Рекламу. Фью. Ну что, проехали мы с тобой вот это вот 18 дней. Идем в гараж. Ух ты, 2500 стоит, ребята, это красотка. Так, ну что, горючее.
по фулке. Коробка передач. Упс. Не хватает. А это что такое у нас? Колесики, конечно же. Вперед. Красиво, смачно, сочно. Так, уже каменные перегородки. Ой-ой-ой-ой, нормально. Жалко, у меня нет этого буста. Ох, сейчас будем тут бустанулись. Слушай, ну мы, смотри, на ней проехали почти половину пути. Это, я считаю, круто, ребят. Это круто, несомненно. Так, что же нам сделать? Давай, наверное, вот сделаем с тобой буст. Я думаю, он нам только спасибо скажет. Нет, для этой машины буст не актуален, если честно. Она без буста идет лучше, чем с бустом. В хламину, правильно, так и надо. Так, у нас что-то здесь, к сожалению, быстрее закончилось топливо, чем в прошлый раз. Не знаю, с чем это связано. Мне кажется, из-за того, что мы применяли с тобой буст. Вот. Удивительно, но вот так вот почему-то получается. Так, давай тогда еще здесь возьмем. Доберем. Так, а что у нас следующая тачка? Ой, 2500, красивая. Обязательно возьмем. Нате вам, зомбарики. На воздушном шарике все крамсули. До свидули. По головам, а что еще делать? Пофиг нам на все. Так, побьем мы рекорд или нет? Побили. Ну, не очень, конечно, много взяли, но тем не менее. Тем не менее, все-таки результат какой-то есть. Дай-ка я, наверное, докуплю полностью. 700, не хватает. Больше мне ни на что не хватает. Гоу! Такие на шипы. Вот буст, кстати, хорошо применять вот здесь. Когда перед тобой преграды, чтобы их сносить сразу же. Это да. Вот в этом случае очень даже неплохо. Ну и на трамплинах, когда он поднимается, чтобы он не терял скорость. Так, буст закончился. Рекорд побит. Горючка, как всегда, блин. Ну что, движок, соответственно, движок, конечно же, ребят, куда без него-то? От него много что зависит. Но еще не забывай, конечно же, автомат, которого у нас нету пока. Автомат бы нам облегчил жизнь, потому что мы бы не теряли скорость при столкновении с зомби. Тьф, отлетел. Так, бустов больше нету. Так, и горючка у нас подходит к концу. Вот здесь мы тогда сдались, да? Что-то как-то не очень много продвинулись, конечно. Но этого хватает. Значит, покупаем с тобой автомат. Ну давай, уговорили. Опа. Так, подожди-ка, автоматика же можно прокачать чуть-чуть. Рвем когти. О-о! Ты смотри, какая у нас тут. Нифига на зомбаре кромсает. Просто на изи. Как мне напоминает, что это пиранью. Крокодил, ё-моё. Так, буст кончился. Но мы с тобой... Ох, как хорошо идем, ребят. И топливо, к сожалению. Топливо. Ну, естественно. Только оно подводит меня. Так, ну что, если мы еще раз с тобой такую заходку сделаем, то мы приобретем вот эту нашу красотку. Поэтому я пока, наверное, ничего прикупать не буду. Поехали.
Давай, давай, родной. Нет, ну конечно, автомат бы хотелось бы докупить по полной программе. Yes. Супер. Эх, жаль, бустик закончился. И горюшка сейчас закончится, к сожалению, блин. Ай-яй-яй. Не хватает нам, не хватает буквально малька. Ладно, ничего страшного. Так, где у нас там? Вот. Первая перегородка. Вторая. Нормально. Отлично. Ох, ё, ничего себе, влетели. Рекорд побит. А, и одновременно закончился и горючка, и буст. Ну что, покупаем нашу красавицу. Ай, ты посмотри. Естественно, начинается все с горючего. Это уже понятно, это уже какой-то хаммер у нас. Автобус. Фура, это вообще какой-то, я не знаю. Так, ну что, поехали. Протестим нашу малышку. Воу. Ну, стартует неплохо, ребят. Единственное, что, да, надо ей ставить антитаран, я не знаю, какой-то, чтобы пробивать. Ну и ускорения не хватает. Все, что ли? Нет, еще есть. Excellent. Ну, быстрая, быстрая машинка. Прям чувствуется скорость у нее. То есть ее немножко подшаманить, и первое место будет у нас. Угу. Непрокачанная тачка взяла практически рекорд нашей прокачанной машины. Так что делаю выводы. Естественно, если мы с тобой сделаем... Стоп. Ну ладно, давай, наверное, вот так вот. Движочек возьмем помощнее и... Ну, пока хватает только на горючку. Мощный движок плюс горючка — это уже приличный, как говорится, бонус. Так и хочется нажать на буст, а его у нас нет. Давай, давай, давай. Мясо все взлетело. Так, сейчас бензин закончится, да, к сожалению. Надо же, побили рекорд. Вот это я понимаю, ребят, вот это круто. Тут осталось совсем чутка. Что-нибудь там говорят, Рэй. Слышал, да? Рэй. Придется делать так. Ну что? Такая у нас это зомби-крошилка. Но она не только против зомби хороша, она еще хороша против, естественно, преград. Она помогает нам их пробивать. Ух, этот взлетел там раскоряка. А ты помнишь, во второй части у нас были зомби, которые хватались за машину и ее замедляли. Так, тихо, 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 родные. Я вот не знаю, когда машина вот в воздухе, стоит ли вообще нам держать газ или нет. Ну, ну, чуть-чуть, ребята, совсем чуть-чуть нам не хватило, чтобы... Чё? Не знаю. Я, наверное, докуплю горючего. Там буквально капельку нам не хватило, чтобы дожать, а? Может, колесики взять? Давай попробуем так. С этими колесами. Да с фул горючкой.
хорошо все. Просто по барабану, через все едем. Ты бич. Окей, давай. Блин, опять все-таки заканчивается бензин. Эх, боюсь, не хватит. Совсем чуть-чуть, или все-таки доедем? Нет, не доехали, ребят, ну как так-то? Ах, обидно, прям нет слов. Так, вы что, что такое, что случилось? Угу. И больше ни на что не хватает, прикинь. А тачка сколько стоит? 12 тысяч, следующая. Ну этого-то должно хватить нам. Нет, они, мне кажется, раскручивают меня на буст, чтобы я прикупил буст. Только с ним мы сможем с тобой круто рвануть. Невероятно. Давай. Бак нам уже не улучшит. Он уже по полной программе, поэтому только либо буст, либо автомат. Давай, дожимай. Чутка осталось. И... Да, ребята, мы доехали. Фух. Чего там? Что-то нельзя, к сожалению. А раньше, помнишь, мы с тобой могли делать? Так, ну что, идем в гараж. 3800 у нас. Так, ну движок, или что, подожди. Давай буст. Почти по фуке. Ну что, сделаем с тобой заездик на новой трассе и, наверное, будем, друзья мои, закругляться. А ты пиши в комментариях, как тебе игра. И будем ли мы ее дальше проходить. Я думаю, что будем. Игра прикольная, драйвовая. Ого. Трамплинчик такой. А, вот уже пошли эти зомби, которые бегают. Ты, вот он, прицепился, гаденыш. Да, ну и как ты понимаешь, трассы тоже усложняются. Но по пути проехали. И это классно. И это очень круто. Так, прокачали по полной. И все, прикинь, больше вот просто ни на что не хватает. Все, последняя гонка, не могу оторваться после ребят. Ну, на работу надо идти. Так бы еще, конечно, поиграли бы. Так, я жду огромного этого трамплина. Да что ты там... Да хорош. Ай-яй-яй, сзади бежит. Успел прихватить. Посмотри на него. Ага, побили рекордик. Свой же собственный. Ну что там? Где-то встрял, блин, ничего не может сделать. Так, ну что, друзья мои, давайте на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!